Номер недоступен в данный момент. Пожалуйста, позвоните позже. Джан, иди сюда. Эй, Шан, по-моему, я должен попросить у вас прощения. И у молодого человека тоже. Вы не ответите на звонок? Я слушаю вас. Сегодня был тяжелый день. Я не в духе. С вашего позволения, я хочу отвезти Джана в парк. Он развеется и поймет, что Кинан Беркан вовсе не чудовище. Что скажете? Но прошу вас, Эйшан. Эйшан? Ты в порядке? В порядке. Но если со мной что-то случится, если я уйду, не сделав ничего, тогда мне будет плохо. Ничего с тобой не случится, не переживай. Я не думаю о себе. Ни о тебе, ни обо мне. Помимо ненависти, которую мы испытываем друг к другу, есть кое-что поважнее, Эйшан. Что именно? Мой сын. Наш сын. Он же мой сын. Я не могу сказать ему. Почему? Если я ему скажу, он будет ненавидеть и мать, и отца. Тогда два врага. Давай вместе решим, что будем делать дальше. Давай. Давай. Добро пожаловать. Я не собираюсь торговаться с тобой. Читай. Джан Атай. Имя матери Эйшан. Имя отца Джингис. Джингис. Но это неправда. Это лучше правды. Джингис? Как отец лучше меня? Мне рассказать Джану правду? И что мне ему сказать? Джингис не твой отец? Я оговорила твоего отца и бросила в тюрьму, а он ради мести убил мою сестру. Мне так сказать ему? И что тогда будет с ребенком? Ничего с ним не будет. Я этого не делал. Конечно, ты будешь так говорить. Будешь говорить неправду. Ты также говорил, что любишь меня. Не надо. Что будете заказывать? Я не одна, ты знаешь. Теперь я с господином Кинаном. И что будешь делать? Силой заберешь Джана? Не только Джана. Ты из ума выжил, Эзель? Разве такое возможно? Ты и я. Ты и я, только представь, что мы сделали друг другу. Как мне тебя полюбить? И как я отдам тебе ребенка? Где твой отец, Эйшан? Не смей трогать моего отца. Сэр Дартес Джан. Змея. А я скажу, он сбежал. Он узнал, что я решил мстить, и исчез. Он снова бросил тебя. Я знаю обо всем, Эйшан. О том, что он посылал тебя к мужчинам, чтобы получить 3 копейки. Он обманывал тебя. Я знаю обо всем. И он поступал так не единожды, много раз. Каждый раз он обманывал тебя. Каждый раз он бросал тебя. Он причинил тебе много боли. Но ты любишь его. По-прежнему любишь? Он мой отец. Точно. Отцы и дети, верно? Не могут быть в разлуке, что бы ни было. Нет, я не могу. Сколько хочешь, говори мне об отце.
Возможно, мой папа мошенник, но он, по крайней мере, не убийца. Что сказал тебе Кинан? А, Эйшан? Как он убедился в том, что это сделал я? Господин Кинан всего-навсего открыл мне глаза. Правду я узнала сама. Правду, да? Посмотри на меня. Хорошенько посмотри. Смотри не на лицо, а вглубь. Вглубь смотри. Разве я мог убить Бахар Эйшан? Я, Омер. Если ты поверила ему, тогда почему ты здесь? Почему не встанешь и не уйдешь? Почему не держишься подальше от убийцы? Уходи. Если ты веришь, что я убийца, уходи. Сколько хочешь, спрашивай. Сколько хочешь, говори. Сколько хочешь, верь ему. Омер очень изменился. Благодаря вам. Но не до такой степени, чтобы стать хладнокровным убийцей. Ты это знаешь. Это ты знаешь. Поэтому каждый раз приходишь ко мне. Эйшан, вы заставляете меня скучать по вам? Нет, не думаю. Азельбей, тот, кем я восхищаюсь. Тот, кто напоминает мне о моей молодости. Эйшан сказала вам, что хотела встретиться со мной? Конечно. Мы с Эйшан стали очень близкими друзьями. Она не говорила. В вашем окружении люди, скрывающие что-то от вас. Как вам это ощущение? Азельбей, прошу вас, поймите, наконец. Во-первых, я вам не враг. И во-вторых, вы мне не конкурент. Вам не хватает потерь? Хватает. Поэтому я не намерен терять дядю. Пожалуйста, будьте откровенны. Вы действительно допускаете мысль, что можете одержать надо мной победу? Нет. Я не смогу. Но господин... сидящий напротив меня может победить вас. И кто же это? Ваш ученик. То есть тот, кто не ответил на ваш звонок. Азельбей, если вы переманили Сикиза, тогда зачем говорите со мной? Я пока этого не сделал. Я всего-навсего рассказал ему правду. Всю правду. Он с интересом выслушал меня. И даже всплакнул. О чем же вы рассказали? Правду. Я не убедил его, но он стал сомневаться. Завтра станет сомневаться больше. Послезавтра еще больше. Мы будем встречаться без вашего ведома. И каждый раз он будет сомневаться все больше. Вы хорошо знаете, если закралось подозрение, оно уже не даст покоя. И какое у вас предложение? Решение за вами. Если хотите, испытайте судьбу. Может, вам удастся избавить Сикиза от сомнений. Но если не хотите рисковать, отдайте его мне. Разговор окончен. Эй, Шаан, Джан ждет вас. Мы прекрасно провели время, а вы? Подышала свежим воздухом. Одна? Да. Понятно. Скоро будем ужинать. Если вам нравятся приключения, пожалуйста, присоединяйтесь. Кстати, вы забыли свой телефон, когда встречались с Азелем.